Un baño de mis sí, güey. Добрый день, Вадим. Кем вы были сегодня? Как ваше состояние? Напоминаю вам, что вы находитесь в первой психоневрологической больнице имени Кащенко. Ну как там? Все прекрасно. Срочная новость. На улице Пискуновым в одном из местных баров прозвучали выстрелы. По предварительным данным, есть убитые и раненые. Инцидент в одном из баров произошел в 11 часов 9 минут. Местный житель, услышав громкие хлопки и крики, вызвали сотрудников полиции. Наш оператор и штатный сотрудник сообщают с места происшествия следующую информацию. Пятеро мужчин убиты от огнестрельных ранений. Одного мужчину зверски убили ножом. Еще одна женщина под воздействием психотропных веществ перерезала себе горло. Также есть раненые. Подозреваемый был не один. Его сопровождала женщина на вид 25-30 лет, одета в бежевые лосины и черную майку. Сам мужчина на вид 25-30 лет, одет в черные брюки и серую вязаную кофту. На северо-западе взорван автомобиль. Подробности будут с минуты на минуту.